Сегодня в столице республики стартовала третья общероссийская акция «Дарите книги с любовью». Она приурочена к Международному дню книгодарения. Инициаторы столичной акции – объединение библиотек. С сегодняшнего дня и по 14 февраля в чебоксарских библиотеках ждут горожан с книгами. Некогда любимые издания во многих квартирах уже давно пылятся на полках. Пусть у них появятся новые читатели. Организаторы акции просят приносить их в городские библиотеки. Адреса и контакты есть на сайте маяк.чеб.ру. Библиотекари будут рады каждой подаренной книге, и неважно, новая она или уже прочитанная. Лучших дарителей будут чествовать 14 февраля. В Международный день книгодарения в Центральной городской библиотеке имени Маяковского.